Патрик Ланкастер – ютуб-блогер и журналист из Соединенных Штатов Америки. В 2014 году, в разгар русско-украинского противостояния, он приехал в Крым, чтобы собственными глазами увидеть, что происходит на полуострове. Затем началась война в Донбассе, и Патрик отправился в Донецк, предполагая, что пробудет там не больше 2 недель, но остался на 5 лет. Сейчас Патрик женат на гражданке Донецкой Народной Республики, у них растет сын. И даже отец Патрика переехал из Штатов в Донецк и живет вместе с сыном. Все это время журналист осваивает русский язык и снимает репортажи о военных действиях в ДНР. У его канала 26 тысяч подписчиков. Мне было интересно приехать в Абхазию, так как я знал, что местный народ сам провозгласил свою независимость. Но в западном мире есть недопонимание, потому что на любой карте Абхазия изображена как часть Грузии. Поэтому очень мало людей на Западе понимают, что есть Абхазия на самом деле. Последние 5 лет я живу в Донецкой Народной Республике и видел, как там люди боролись за независимость. Поэтому я хотел приехать сюда и показать всему миру, что Абхазия на самом деле независимая страна, а не часть Грузии. На канале Патрик Ланкастер вышло уже 2 репортажа из Абхазии. В Гагре журналист брал интервью у местных жителей и гостей республики, пытаясь выяснить, как они видят Абхазию частью России, частью Грузии или все же независимой страной. Второй репортаж посвящен 27-й годовщине начала Отечественной войны народа Абхазии. 14 августа Патрик принял участие в траурных мероприятиях в Пицунде и поговорил с ветеранами. Я старался приехать в Абхазию без каких-либо предубеждений, не придерживаясь какой-либо из сторон. Я хотел узнать факты от местных жителей. И это именно то, чем я здесь занимался. И сейчас мне абсолютно ясно, чего хочет народ. Люди хотят быть независимыми. Они и есть, по сути, независимы. Они боролись за это, теряли родных и близких. Эта страна должна быть признана международным сообществом. Последние 2 дня Патрик вместе с семьей находится в Сухуми. Здесь блогер готовит свой следующий репортаж о государственном устройстве Абхазии и грядущих президентских выборах. Патрик планирует записать несколько интервью с чиновниками и кандидатами в президенты, пообщаться с обычными горожанами и узнать их мнение о том, как проходят выборы. Мы хотим остаться на пару дней после выборов, поговорить с людьми, увидеть их реакцию. В день голосования я планирую посетить избирательные участки, буду снимать репортаж о том, как проходят выборы. Я хочу показать всему миру, что да, пусть Грузия и западный мир не признают эту страну, тем не менее, здесь полностью функционирующая система государственного управления. Здесь проходят легитимные демократические выборы, и это продолжается уже 27 лет. Репортажи американского блогера выходят на YouTube-канале Патрик Ланкастер. С самого начала путешествия Патрик также снимает путевые заметки. На канале Reportify Media вышло уже 5 влогов об Абхазии. Остальные на подходе. Надежда Боровикова, Рамо Камкия, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.